день 75-летия Победы в битве под Сталинградом по всей стране прошли памятные торжественные мероприятия. Ульяновск не стал исключением. Помимо участия в митинге на площади Ленина, съемочной группе нашего информационного портала удалось познакомиться с исключительным человеком – участницей Сталинградской битвы Клавдией Петровной Факеевой. Она ушла на фронт, будучи 18-летней девчонкой. Участвовала в жестоких сражениях, получала награды за боевые заслуги и дошла до Берлина. Одно правильное решение нашей героини во время войны стоило жизни ее товарищей. Прокладывая узел связи в лесу, вместе с отрядом Клавдия Петровна заметила фашистов на противоположном берегу реки. Неожиданная встреча предполагала открытие огня на поражение, но она приняла решение тихо выполнить боевую задачу, не привлекая внимания противника. Поступок оказался решающим. Позиции советских войск оказались не раскрыты врагом, и операция завершилась разгромом отряда вермахта. Именно за этот поступок Клавдия Петровна была удостоена почетной награды. Губернатор Сергей Морозов навестил ее в день 75-летия и поздравил со знаменательной датой. Не стреляли, мы не подняли этот самый, иначе по лесу раздалось бы, и все войска бы не поняли, кто на кого стреляет, кто чего, там бы, не знаю чего, мы бы нарушили все на свете, весь, что было запланировано в этом. В общем, подключились. И нам сразу позвонили, говорит, воздух, отставить, у нас позывной воздух. И вот это, отставить, и все. Вот за это мне дали за боевые заслуги медаль. Герои Сталинградской битвы навсегда останутся в памяти ульяновцев. Познакомиться с ними можно на улице Гончарова перед зданием Детского мира. Аллея украшена баннерами, на которых изображены ветераны. Все они уроженцы Ульяновской области. По замыслу организаторов экспозиции, молодежь сможет больше узнать истории родного края. Взяли информацию из архивов. Соответственно, хотим, чтобы молодое поколение приходило сюда, школьники приходили, изучали, смотрели, помнили и гордились. Около 5000 ульяновцев почтили память торжественным митингом на площади Ленина. Губернатор Сергей Морозов, члены правительства, представители общественных организаций, молодежные и волонтерские движения. Все присутствующие выразили дань уважения великим воинам. Битва под Сталинградом стала той великой битвой, переломной битвой, которая в итоге привела нас к победе. И если бы мы до сих пор не помнили подвиг тех вот девчонок и мальчишек, которые добровольно пошли на фронт защищать свою родину, то нас бы не было. В Ульяновской области осталось 776 ветеранов Великой Отечественной войны. 24 из них – участники Сталинградской битвы. Виктория Шикова, Даниил Сурков, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.